Здравствуйте, мои дорогие. Именно сегодня, именно сейчас солнце садится так красиво, что можно остановиться на минутку и забыть про тяготы этой жизни, унести себя вот на тот угол дома, которой как раз можно было бы наблюдать это прекрасное сегодняшнее событие. Именно на тот угол дома, где солнцем озаренный. Надо как-нибудь узнать, есть ли там чердак открытый. Это было бы излюбленное место для меня. Хотя и с моего окна тоже неплохо видно. Окно открывать я не рискну. За бортом минус 2 градуса, но приблизиться можно вот максимум. Я приблизил на третий объектив. У моего айфона 3 объектива, и эта красота неописуема. Я представляю, как красиво с того угла дома где-нибудь летом сидеть на той крыше, попивать какой-нибудь коктейль с трубочки. Это почти как Египет. Но с другой стороны, не обязательно так высоко залазить. Там есть где-то, я помню, лавочки, на которых хорошо будет просматриваться обзор. Надо будет погулять туда как-нибудь по весне. Ну, правда, сейчас роликов так хватает, было бы время их выкидывать. Очень красиво. Переходим на 2-й объектив. Постепенно. Вот у нас 2-й объектив. 2-й объектив. И можно перейти на 3-й и закончить это прекрасное видео сегодняшнего дня. Счастья, удачи, любви. Я желаю всем иметь возможность, если вы его сами хотите, видеть солнце, радоваться солнцу. Потому что солнце – это первое, что сделал Господь. Поэтому это красиво. И сказал Господь, да будет свет. И отделил тьму от света. И сделал день днем, а ночь ночью. До скорых встреч. Счастья, удачи и любви.